По оценке регулятора обращений граждан в прошлом году, количество жалоб на страховые и микрофинансовые организации значительно сократилось. Вместе с тем больше стало претензий к работе банков и сектора ценных бумаг. За прошедший год в адрес Центробанка было направлено 278 тысяч жалоб России, что превышает уровень прошлого года почти на 13%. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.